Всем привет, друзья! Это канал Мусолимп. В работе у нас Toyota Camry. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с поливизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать на место подкрылок, установить колесо. Ну а пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он Blockshot. Толщина его 7 мм. Владелец согласился. Работаем с подкрылками, пока сохнет компонент. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!